Сегодня ты обнаружила, что ушко стало красным. У нее было до этого такое от аллергии. И здесь вот прыщики на складочке скакивают. Вот они сейчас есть. Под мышками прыщики скачали, и ушко красное. Обычно это проходило. И было это на творог. Что интересно, на творог не всех марок. На некоторые марки нету аллергии, на некоторые есть. Вот. А это у него ушко не просто красное, а еще немножко как воспаленное. Плюс она вот его расчесала. Я ей этим лосьоном промокнула. Нет, вечером пойдем в больницу. Тея, замело, красавица. Тёюш, пошли, ёлочка. Снегурочка. Снег такой. Котик орёт, ты их нельзя. Тычка, нельзя. Чё ты? Чё орёт? Котика жалко. Нельзя. Ты, нам дальше. Сходили мы к ветврачу. Врач сделал блокаду, обкололи ушко и выписали капать. Сказали прийти через день еще на блокаду. И там будет дальше смотреть указания. Но врач сказал, как бы вовремя обратились. По поводу лечения уха Теи. Вот, она уже у нее почти что все прошло. Даже можно сказать, визуально прошло. Но нужно будет, чтобы врач посмотрел. Завтра пойдем еще на один прием.
уже два раза были, два раза ставили блокаду в ухо. Чёрт, ты. Дома мы капаем капли предварительно. Ухо промыв лосьоном. И потом закапываем капельки. И в одно, и во второе для профилактики. Теечка. Устала? Спать будешь? Глазки красные. Хорошая девочка. Ну все, отдыхай.